Это не просто человек, это праздник. Мы же готовим дома. Мы дома готовим. Поэтому можно... Мы дома. Есть. Обаятельный, талантливый музыкант, шеф-повар ресторана «Китчен» и автор кулинарной книги по сыроедению Сергей Ярмищан научит нас делать потрясающий суп из желтого гороха и коблер из груши и вишен. Ой, не всегда получается. Утро со вкусом на 3+. 10 марта в 10 утра передачу представляет «Трамантино и Музас Истова».